Шансов получить квартиру, да еще и так быстро, практически не было. Новость о том, что он получит заветные ключи, обрадовала Кирилла. Планов на будущее у него много, а крыши над головой теперь можно не волноваться. Думаю, заехать уже после учебы, после окончания 4-го курса, там получить аттестат выпускной, провести и сразу уехать, сразу сюда. Глава муниципалитета Андрей Иванов торжественно вручил юноше и двум другим сиротам ключи от собственных квартир. Хочется, чтобы в этой квартире началась ваша новая жизнь, новая, я имею в виду взрослая, чтобы она была счастливой, чтобы вы там создавали свои семьи, рожали детей, приглашали близких людей, друзей, проводили там самые свои счастливые минутки жизни. Обязательно приходите работать, мы вас всех ждем и салон красоты найдем, и спортом есть заниматься или тренировать. Конечно, ребята приехали не одни. Рядом самые главные люди, замещающие семьи. Они пришли поддержать детей и лично выразить слова благодарности главе округа. Не бросили таких ребятишек, не оставили, как говорится, на произвол судьбы. Спасибо вам огромное. Теперь ребята будут соседями. Квартиры в Малых Вязёмах полностью готовы к проживанию. Эмилия Аркелян, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».